играешь в танки, подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Эндомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ СУ-100М1, вот, советская ПТ-шка 7-го левела, проходная, прокачиваемая ветка. Интересная тачка, поскольку это у нас штурмовая ПТ-САУ, да, имеет какое-то бронирование. Какое бронирование и что дальше? У нас сегодня полноценный обзор, пойдемте смотреть сначала броню. Погнали! Итак, вот наша ПТ-САУ. Давайте все и по порядку. Корпус у нее как бы, но мы будем смотреть как НЛД, ВЛД, потому что ну, они у нее есть, по сути. НЛД у нас бронеплита 90, приведенки 167-160, и это очень неплохо, прям для 7 уровня. ВЛД бронеплита 140 мм, в приведенке 200 снизу, 217 наверху. Над гусеничной полки невероятно рикошетные, там 320. 360 даже, 340, 360, туда вообще лучше не стрелять, но и ВЛД очень крепкая. Основная бронеплита рубки 242 в приведенке 210 мм, маска орудия 280, 500, 600, 280, 400, короче, маска, вот, нашел место ослабленное, 223. Есть лючок 90 мм, но он расположен так, сзади рубки, да, и он очень узенький, в него тяжело будет закидывать. Щеки рубки 310, там, ну, если правильно поставить, вот, 340. Тоже очень крепкая часть. Боковое бронирование не сильно важно, хотя оно есть, потому что танковать от борта не получится и стрелять не хватит углов горизонтальной наводки. Погнали вам. Так, с броней разобрались. Невероятно крепкая ПТ-САУ. Просто невероятно. В кустах ей стоять, скажем так, ну незачем. Есть броня, надо ехать вперед вместе с тяжелыми либо средними танками. Тащить надо. Так, давайте смотреть основные модули. А, у нас тут все по-нищему, по чуть-чуть. Вот, а пушечка нас интересует. Вот это 100 мм. ЛБ-1С, 250 альфа, 212 пробития на основном, это на 7 уровне, 258 пробития голдой, 7 секунд на стойке заряжается, ДПМ 200, 0,41 точность, 2,3 секунды время сведения. Рацию обязательно качайте, здесь 525, на топе 325, движок тоже важен, но штурмовая, вперед надо двигаться, 520, здесь 500, не намного больше прибавляет, но... Я думаю, лишним не будет. Вот 25 градусов в секунду, здесь у нас 23. Вот. А ПТ-шка и так хорошо движется, то есть она реально хорошо подвижная, но можно и чуть-чуть прибавить. Вот, давайте, кстати, качнем. Так, отключим. Вот, во втором блоке скорость поворота ходовой, важный на нас, для нас момент скорости. Усиленная ходовая, по поводу орудия у нас 0,4 разброс, время сведения более-менее комфортное, отстройка пролакса. И в пятом блоке к обзору и к незаметности после выстрела. Ну, незаметность после выстрела не нужна, а вот обзор лишним не будет для штурмовой ПТ. По оборудованию. По оборудованию. Вот, я поставил в основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь, досел. Поставил улучшенную закалку, мы штурмовая ПТ-САУ, и поставил себе, поставил вентилятор. На самом деле заходит, можно ставить УМП, можно ставить много чего, вот, ну, мне на такой сборке зашла. Вот, по снарядам ББХ летит 880, нормально. А голда у нас под кол 1100, тоже неплохо. Ну, блин, какое хорошее пробитие на орудии. Вот, по снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, автоматически желательный. Но я посадил экипаж с ПТ ОМОНа 268 в ряд 4, с десятки, и голду не тратил на переобучение на эту машину. Поэтому поставил доп. Паёк, чтобы минимизировать вот те самые потери. Экипаж у нас 4 члена экипажа, вот, перки, как качать, вы сейчас видите в табличке перед собой. По огневой мощи УВН у нас совсем слабенький, минус 4, к сожалению. По ХП 920, как для штурмовой ПТ, тоже мало, но броня есть. По мобильности 54 вперед, 16 назад, 16 лошадей на тонну. Вот, ну, едет она прям
максималку набирает. Реально прям. Кайтит хорошо. По незаметности, ну это ПТ-САУ, у нас, правда, не вкачан перк незаметности вовсе, а так можно раскачать где-то до 36% неподвижной машины и в движении где-то 24-25. По обзору мы слеповаты, 354 метра, 24 штраф, так было бы 378. По плюсам и минусам ПТ-шки, она маленькая, она реально низенькая, она реально маленькая. То есть... Если где-то в кусты прятать, хотя это не кустовая ПТ, то, учитывая, что это ПТ-САУ, незаметность у нее нормальная. Это плюс. По броне однозначный плюс, по пушке 100% плюс, за исключением одного. Помните об этом. У нас нет УВН. Ищите места отыгрыша там, где он не нужен. По подвижности плюс, все good. Вот, предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, что она из себя представляет. Погнали. Так, попали на Ласвель. У нас обзор боем ПТ-САУ советской 7 уровня. Две арты, прикольно. Бой к восьмеркам попали. Су-100 М1 у нас, проходная прокачанная ветка. Сейчас будем тестить. Восьмерочки, да? А что не за восьмерочки? Из 3 Пантера. И Т-34-3. Ясненько. Ну что, город будем давить? Ехать в ущелье с двумя артами не такое себе. Такое себе. Уничтожим их! Черепах Т-29 на центре будет играть. 50 ТП пошел туда. Все, город мы сдали практически. Но нет никакого просто смысла ехать в город. Все? Руки в ноги, боец! Поаккуратнее там!
хорошая новость. Пока держимся. Повсюду! Задели! Все, Black Prince поехал в ангар. Так, косарь 200-300 дали, но там итальянец нас ждет, это плохо. Может, он отошел к базе, но мы уже выиграли, по сути. Блин, в бою играем против восьмерки. Итальяшку похоронили. Хорошо. Все, арта осталось. Сейчас как пришлет мне в конце. Не, ну чё, крепкая ПТшка, хорошая пушка. К ним пришло подкрепление. Давай, победа. Чё хочу сказать про эту ПТСА. Как для седьмого уровня она очень имбовая. В первую очередь по броне. И поэтому, блин, ну на ней можно нагибать можно, да. Надо будет вообще как-нибудь отметочки взять на этой штучке. Приятная ПТ-шка. Так, ребят, пишите свои комменты, у кого есть такая ПТ-са в ангаре. Вот. Вот даже четвертое место заняли. Да. Вот, у кого есть такая ПТ-са в ангаре, какое вы используете на ней оборудование? Я хочу сказать, что по пятибалльной системе ей ставлю как для седьмого уровня, для боев внутри седьмого уровня твердую четверку, прям точно. Хороша пока, хороша. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.